Всем привет, с вами Роман. Продолжаем играть в Террарию. Так. Закончили мы на том, что хотели стену завалить одну там, нехорошую. Но она забагала и не захотела валиться. В общем, так вот. Обломились, так скажем. Ладно. Так. Зелье мы пока уберем. Бог с ними, так. У нас кровавая ночь, кстати. А, точно. Прет вас. Да ладно, не гоните. Блин, сколько же их тут было-то. Ладно, так. Суть в том, что нам надо все-таки завалить нашего глубоко уважаемую стену, чтобы, как бы сказать, был прогресс в игре. А она не захотела валиться. Так что, вот так вот. Ну, посмотрим, у нас вообще деньги там есть. Кстати. Вообще должны быть. Сейчас посмотрим. Так. Надо бы еще зелье гравитации это сделать. Или антигравитации, или как его еще обозвать. Потому что у нас... Да, денег у нас не густо. Ну ладно. Уии! Акис, молодец. Так. Что ж. Раз уж у нас денег не густо, придется спускаться в ад по старинке. Так, сейчас посмотрим, у нас денег должно дофига там быть. Не денег, а этих, как их самых. Успокойтесь, угадайте. Так. Все им норовят все стены повыломать, а. Задолбали, честное слово. Так. Да хорош уже. Так. Сейчас подумаем. Так. Зелье. А, да. Ну ладно, это потом мы зелье сделаем, собственно. Главное стену завалить, да, еще раз. Так. Я хотел тут взять. У меня много земли было где-то. Да, где-то еще больше было. Да. И для этого я его рыл. Этот. Ну, деревесина, пофиг, какая разница-то. Главное, чтобы дофига блоков было. Так. Вот зеленый кирпич можно заюзать. О, неплохо. Там теперь длинная будет дорожка. На будущее, так скажем. О, Господь, прет тебя. О, прошел одно мясо за собой оставил, блин. Я уже монстр какой-то. По крайней мере, пока. Так, погнали. Да на, получай. Зверюги. Хорош там ломиться к, час, к добрым людям. Так, спустимся, малянь. Ниже. 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 Так. Окей, ползем туда, куда ползли. Вот. Как всегда. Так, нам еще придется вуду демона найти, чтобы добыть еще одну статуэчку, потому что я две, ну как сказать, одна по делу пошла, ну, забагал босик. А вторая, можно сказать, из-за зря утопилась. Так, кыш. Так, сейчас я вспомню, да, сюда нахуй надо. Так. Кыш, кыш. Так, сейчас, не сюда нам надо выше. Вот сюда нам, наверное, надо. Хорошо. Как, какой раз иду, никак не запомню. Так, ладно. Хорошо, спускаемся и спускаемся. Ты что, меня слепанул? Вот ты гад. Так, ща. Может, тут получше удастся пробить что-нибудь проходик. Я, конечно, не уверен. Но... Мало ли. Вообще похоже, да, это мои ходы. Так. Так, сейчас посмотрим. Спускаемся туда. Все хорошо. Так. Хорошо. Где-то здесь. Правильно вроде идем. Так. Ну, вроде бы как. Так, ладно. Сейчас спустимся. Все будет хорошо. Так, пошли. Вот-тю-тю. Так, мы уже близко. Сейчас будет все делом. Так. Хорошо. Так, сейчас, секундочку. Переставил в настройках фрапс FPS, а то лагает, можно сказать. Так,
Почти спустились, уже близко. Хорошо. Ой, блин. Как всегда, навернусь. Без этого никак. И так, прошли. Хорошо, хорошо, так. Не задерживаемся, проходим следующий. Так, отлично. Привет. Спасибо. Пока. Так. Угу. Мы уже близко, судя по всему. Так. И надо нам не сюда. Я это точно помню. Этот гребаный факел, он тут висит. Так, надо нам левее. Там между двумя озерами лавы это дело было. Проход этот, как там сказать. Да. Чем больше копаешь, тем меньше в мире блоков. А чем меньше в мире блоков, тем, как бы сказать, больше шансов, что их не останется вообще. Но это будет очень не скоро. Так, вот и наша дорожка, так скажем. Будем ее застилать. Так. Угу. Так. Угу. Надо ее сделать длинной. Так, сейчас там факела надо впихнуть, да. Так. Пошли. Блин. Так, сейчас. Спасибо. Так, отлично. Погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Полная темень. Ту-ту-ту-ту-ту. Может, я дорожку слишком высоко строю? Вообще, знаете, что надо? Дорожку построить пониже. Вот где-нибудь здесь. Реально. Потому что так оно лучше будет. Мне не обязательно нужна ровная дорога, собственно говоря. Вот так. Пойдете. Посвесим факел, чтобы не темно было. Так. Главное просто заровнять все эти неровности тут местами. Так. Ой-тю-тю-тю. Фух. Это было опасно. Так. Кыш отсюда, я сказал. Так. Хорошо. Фух. Приставучие тут мобы, ничего не скажешь. Так, отлично. Идем, идем. Да, я себя, конечно, скую в действиях, если я буду в таком тоннельчике бегать. Ну ладно, ничего страшного. Блин, достал. Во. Так бы сразу. Так. Блин. Это киркой не снести. Так. Сейчас все будет. Так, хорошо. Ну вот зелья сейчас мне, в принципе, не нужны. Пока так. Делаю я какую-то глупость, честно говоря. Ну ладно. Так, лаву надо слить, пока она там еще. Так. Давай сливайся. Сливайся. Да, будет сливаться целую вечность. Так уж, мне кажется, лучше сделать так. Вернуться на старую дорожку временно. А когда будет возможность... Так, что там за демон? Обычный демон. Обычный демон нам не нужен. Так, и ты мне не нужен. Так, хорошо. Сейчас посмотрим. Дорожку удлинять надо. Так, собственно говоря. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, хорошо. Будем удлинять. Так, дерево первый стак закончился. Еще есть немного. Так, хорошо. Смотри, достаточно для прохода. Так, погнали дальше. Да блин. Господи, никакого спокойствия в этом месте. Вот еще ты мне, тебя мне не хватало. Так, хорошо. Теперь построим, чем ниже, тем лучше. Так, хорошо.
будем строить такую хорошенькую дорожечку. Странную, но хорошую. Так, не нужна особо ровная дорожка, на самом деле. Совершенно. Мне главное, чтобы было хотя бы почем бегать. А то тут иногда и не пролезешь. Так. Сейчас отроем это дело. Хорошо. Так. Хорошо, отлично. Так. Можно делать дальше. Так, этот камень, по-моему, даже динамит не берет. Вот как у них сквозь стену оно летает, я не пойму. Это просто нарушение всех правил. Пошел нафиг. Так. Тут. Так ишь ты, а. О, вуду демон, то, что нужно. Так. Я здесь, он никуда не улетит. Так. Приветик. Спасибо за хорошую куколку. Так. Чувствую, здесь можно и пониже сделать. Кыш. Так. Вот как-то так. Отлично. Потому что мне червячков тоже хочется побить. Так, отлично. Так, хорошо. Это я, конечно, зря сделал. Да, кстати, нам давно уж пора печку забрать. Я все тупил. Так. Так, тут мы пробьем дырочки, чтобы все свободно было. Так. Во. И пойдем дальше. Так. Осталось совсем немножечко. Кыш. Так, сейчас посмотрим, что еще у нас тут есть. Кыш. Так. Мы уже близко к завершению нашей дорожки практически. Кыш. О, бедные монеты. Так. Почти уже пришли. Так. Так. Сейчас там, по-моему, еще немножечко каких-то блоков осталось. Так, грязь. Обсидиановая стена. Прикольно. Так, ладно. Отлично, дорожка у нас получилась длинная, хорошая. Так, пробежимся. Ну, этот червяк быстрее меня летает. Ну да ладно, не суть. Так. Собственно, не в этом проблема. Так. Что тут вода вообще делала? Не знаю, ну ладно, хз. Так. Так. Зафига я тут дырку пробил. А, ну да. Я ж тут решил свою стенку обновить. Ну ладно, пускай будет так. Так. Блин. Так. Где-то так, да. Ну, сейчас мне скоро не до тебя будет, братик. Так. Так, небольшая пауза. Так, вернулся. Надо было сбегать в места. Кое-какие не самые отдаленные. Так. Попытка номер 10. Твою дивизию. Да. Пока что мы обламываемся. Когда же можно будет вызвать эту стену плоти? Если ее вообще можно будет вызвать теперь в этом мире? Неизвестно.
Ну что ж, хорошо. Так, ладно, пускай так. Короче, сбегаем в тот конец сада и посмотрим, нету ли каких проблем. Может, нужно какой-то промежуток времени переждать, прежде чем, как скажем, бросаться на вторую попытку. Ладно, так, посмотрим. Дорожка-то хорошая, я ничего не говорю. Так, а здесь полбашни мешается, ну ладно. Так, идем. Так, посмотрим. Что у нас тут есть? Хорошо, ничего у нас тут нет. А печки вообще продавать буду. Бизнесмен, чё? Так. Спёр так из ады, продал. О, теневой сундук, отлично. Чё в нем? Огненный цветок, острый. Помню. А чё это? Зелье восстановления. Тоже хорошая вещь, кстати. Чё? Как это вышло? Твою дивизию. Да, забыл зелье на место впихнуть. Что ж, бывает. Ладно. Так. Какие-то ужасы получились. Я дыру проделал огромную. Хорошо. Так, что из этого получится вообще? Получится какая-то фигня. Я смотрю. Да. Лады. Ладно, пофиг, погнали. Так. Мне еще надо до края ада дойти. Что, в принципе, не близко. Отдыхаем хорошо. Так. Заберем. Отлично. Трун-трун-трун. Оп. Хорошо. Длинный. О, еще один демон в уду. И... Ой. Да. Кукла опять утопла, и смысла ноль. Так. Раз, два, три. Оп. Есть. Так, отлично. Будем жить. Так, погнали дальше. О, старая добрая крепость из адского камня. Отлично, так. Что это за помещение такие в аду, вообще не поймешь. Они тут живут, что ли, типа, или как? Так, не знаю. Ладно. Так. Да тут можно очень даже легко дом организовать. Так, вон еще один теневой сундук. Отлично. Ну, хоть много теневых сундуков нашли. Аж целых два. Так. Что у нас в нем? Темное копье опять. Ох, шмить ваши темные копья, честно говоря. Так. Так, ладно. Очень хорошо. Это я, кстати, тоже забираю. Спасибо. Так. Адская кузня. Во как. Жесткач. Кэш. Так. Интересно. Я надеюсь, она не забагала настолько, чтобы я уже просто, ну не знаю, не мог вызвать ее еще раз. Ай. Что, бывали такие прецеденты, по-моему. Так. Еще одно сердечко. Так. Еще одна кузня. Сколько у меня уже кузень? 5 штук. Прикольно. Прикольно. Так. Погнали. Так, тут у нас все залило. Жесткач. Так, еще немного. О, еще одна кузня.
Хорошо. Так. О, там аж две. Хорошо, очень хорошо. Тем более эти блюдцы. Так, хорошо, все. Очень хорошо. Так. Одно нехорошо. Никак мне не получается вызвать эту тупую стену, а. Хотя бы стенку бесь. Мы попробуем попозже, когда дойдем до того краю ада. Так. Если я дойду, конечно, живым-здоровым. На что я очень надеюсь. Так. Это наш герой в хорошей, конечно, броне, но он не сильно бронированный. Так. Взять все. Что у нас тут есть? Так, это нафиг. Нафиг. Это что у нас? Это нафиг. Отлично. Все взяли. Ой, хорошо. Пока. Так. Фух. Адские кузни. Адские кузни. Главное, все вместе не продать. Одну-то мне надо поставить все-таки. Так, что он там еще? А. Нет, туда я уж не полезу, ну его нафиг. Так. Ой, что за лажа? Чуть не утопился. Странный случай. Это за тебя, зараза. Чуть-чуть не утопился, а? Так, лады. Больше я топиться не намерен, так. Так, хорошо. Вот именно так. Монеты, монеты, монеты. Сколько у нас денег? 5 золотых. Не шибко много, но и немало. В принципе, на что-то хватит. Так. Лады. Ничего нету. Адская летучая мишь. Ой-ой-ой. Идиот. Все, надо отсидеться. Ой. Понятно, я загорелся и не потушился. Класс. Отлично. Ну да ладно. В следующий раз попробуем еще раз, потому что у меня осталась кукла Вуду. Так скажем. Хорошо. Так. О! Новая печечка. Так, давайте продам там много чего. Отлично. Адские кузни покупаешь? Покупаешь, хорошо. Боевое зелье. Увеличивает скорость спауна монстров. Понятно. Золото, так. Сейчас отложим сразу, что нужно, что не нужно. Так, это не нужно. Сейчас скорость они мне. Странно, почему 31. Ладно, нормально. Так. Вообще, что я их продал-то? А, ладно, пускай. Все равно пофиг. Так. Так. Странный случай. Ладно, так. Солнечная ярость пагубная. Ну, фигня. Огненный цветок мне тоже никогда не втыкал. Так. Это мне тоже не нужно. Да и золото мне уже не вперлось. Метеоритные слитки я, пожалуй, да, оставлю. Или мне пригодятся. Сундуки тоже. Мало ли, когда там еще место понадобится. Так. Хорошо. Всяких разных зелий туча. Так. Отлично. Где у меня эти слитки хранятся? Если они у меня там хранятся, конечно. О! Нет, защита никакая. А вот это можно сделать. Эй. Очень приятная вещь такая, ничего не скажешь. Так. Бомбы, динамиты, мы все это уберем. Так, это тоже. Звездная пушка, это же вещь незаменимая. Пью-пью. В общем, сильная штука. Так, главное, звезд только много надо. Не прокормишь ее, а так вообще отличная вещь. Так. 50 золота перековать. Ну ты, блин, жестокий чел. Так, я что-то... Что-то не то продал, что ли? Не понял. Странно. Сфера тут, хлыст тут, магическое зеркало, ключи. Что же я продал? Или убрал? Даже не знаю.
Тихо. Так. Ну, значит, не столь это важное было, если я не помню. Так, ну ладно. На эту серию, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте, если вы здесь впервые. Подписывайтесь. До свидания. Пока.